Для гостей смены в программе вечернего мероприятия на этот раз моноспектакль «Оскар и розовая дама» по одноименному роману Эрика Эммануэля Шмидта. В нем сыграл артист молодежного театра Краснодара Евгений Парафилов. Постановка охватывает очень много проблем человеческих, проблем личного характера, проблем взаимоотношения с семьей, с другими людьми, с любимыми людьми. Но самое главное, что остается после спектакля, это состояние в душе, когда действительно ты, не то что ты его понимаешь, ты его сначала чувствуешь. Вот этот спектакль, он в первую очередь прочувствован через душу. Заслуженный артист Кубани Виктор Плужников уже 20 лет на сцене. Он поделился мнением о том, каким должен быть человек на сцене, в частности, играя в моноспектакле. Ты должен быть интересен каждому человеку в зале. Вот, грубо говоря, 500 мест в зале. Вот ты один, а моноспектакле, как правило, без всяких взрывов, спецэффектов. Когда ты один на один со зрителем, ты должен быть максимально честным и открытым, чтобы быть интересным. Чтобы тебе сопереживали, чтобы тобой интересовались. Это непросто. Тем более час-полтора держать зал, это практически без музыки, без танцев, без шоу, без ничего. В романе, по которому поставлен спектакль, Виктор выделяет главную мысль. Это умение любить жизнь, ценить близких больше, чем себя. Принимать удары судьбы спокойно, не бояться смерти, но бояться быть бесчеловечным. Каждый зритель выделил что-то для себя после просмотра спектакля и получил массу впечатлений.